В Комсомольске-на-Амуре будут судить 26-летнего местного жителя, которого уличили в серии грабежей и краж. На протяжении 2 месяцев полицейские фиксировали заявления о нападениях от женщин, которые сообщали сходные приметы преступника. Нападал грабитель на своих жертв в ночное время, отбирал телефоны, срывал золотые украшения и убегал. Помимо таких нахальных нападений, фигурант специализировался еще и на тихих налетах на чужие квартиры. Выбирал те входные двери, в которые хозяева забывали закрыть. Сами жильцы при этом обычно находились внутри, но не замечали вора. Все, я дверь открыл, смотри, там нет никого. Только заход туда, там ноутбук я взял, телевизор и видеокамеру. Подозреваемый уже не в первый раз имеет проблемы с законом. Он был судим за имущественные преступления. На работу комсомольчанин так и не устроился. Следователю удалось доказать причастность задержанного к 7 уличным грабежам и 3 квартирным кражам. Часть похищенного имущества была изъята и возвращена потерпевшим. Часть похищенных ценностей преступник успел сдать в ломбард, а цепочку одной из жертв и вовсе потерял. От украшения остался только кулон. Приговора фигурант дожидается в следственном изоляторе. С места происшествия Полина Храмцова по материалам пресс-службы УМВД по Комсомольску-на-Амуре.